стараюсь собраться, но я не могу. На самом деле я понимаю, что нужно что-то сказать, но просто на протяжении всего года каждый день ты собираешь свое самочувствие, каждый день ты пытаешься перешагнуть через себя, наступить себе на горло в стольких ситуациях ради того, чтобы еле-еле попадать в 30. Это, конечно, полный трэш для меня. Это вообще не мое самочувствие, это не мое тело, я не чувствую себя. Вообще весь год был такой проблемный, сложный. Практически каждую неделю у меня какие-то казусы, то у меня болезни постоянные, то еще что-то. Но я так надеялась, что приехав сюда, это все поменяется. Но нет.